Папа! Па! Как называется эта песня? Как называется, не помню, но она мне очень нравится. Вечно ты вот так, старик. Сначала что-то берешь, а потом не помнишь. Но, ма, ты всегда танцевала под эту песню с папой. Сынок, твой папа был очень скучный, и танцы ему не нравились, а я это любила больше всего на свете. Крутые мужики не танцуют. Мне было уютно дома смотреть телевизор. А куда ты теперь меня привел? Я просто хотела увидеть финал фильма. Ничего, ма. Но мне кто-нибудь скажет, как называется эта песня? О чем это вы? Брат, помнишь песню, которую папа насвистывал нам в детстве? Куда ты нас привел, брат? Мне он никогда ранчеру не свистел. Не уходи больше, темненький. Вернись. Ты уходишь, не вставив меня ни в один из своих фильмов, даже в массовке. Идем. Вы откуда? С севера, из ада. Но они там не знают, что живут в аду. Куда вы его несете? На юг. С помощью этой штуковины мы его оживим. Он полностью восстановит себя. Пусть весь мир смотрит на юг. Откуда вы знаете, что он в той стороне? Па! Лоренцо! Иди в другую сторону! Нет, па! Мы с тобой! Иди обратно, милая! Здесь для тебя ничего нет! А ты? Увидимся, когда вернусь! И когда это будет? Когда? Папа!